Шеечный фактор бесплодия является одним из также сопутствующих, одной из сопутствующих причин ненаступления беременности. Это состояние, когда в шейке матки, в слизи вырабатываются антитела против антигенов сперматозоидов. При этом аутоиммунные эти факторы убивают сперматозоиды, и сперматозоиды просто не могут проникнуть в полость матки. Как правило, определение шеечного фактора бесплодия происходит путем проведения нескольких проб. Это проба, которая называется тест Шуварского или посткоитальный тест, когда смешиваются на стекле слизи влагалища и сперматозоиды, и смотрится реакция, как происходит реакция слизи на внедрение сперматозоида. Как правило, методом лечения шеечного бесплодия, одним из методов наиболее простых, это является внутриматочная инсеминация, когда с помощью катетера минуется шейка матки, и отмытые сперматозоиды просто проходят с помощью доктора этот барьер и попадают в саму полость матки. Как правило, лечение шеечного бесплодия методом внутриматочной инсеминации является очень эффективным, и эффективность эта достигает больше, чем 50%.